В Норвегии устроили бой истребителей F-22 и F-35. В бою участвовали два американских истребителя пятого поколения F-22 Raptor и два норвежских F-35 Lightning AI. В небе над Норвегией имитировали бой истребителей пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning AI. Видео учений выложено на YouTube. Как сообщает Reuters, пилот F-35 Lightning AI признал F-22 Raptor очень грозным противником, однако отказался назвать победителя воздушного боя. В бою участвовали два американских F-22 Raptor и два норвежских F-35 Lightning AI. Всего Норвегия должна получить 52 самолета F-35 Lightning AI. Также в качестве поддержки США направит в Европу 13 истребителей F-22 Raptor. F-22 Raptor является первым в мире истребителем пятого поколения. Из-за высокой стоимости самолета, около 400 миллионов долларов за машину, США приняли решение создать F-35 Lightning AI. Около 100 миллионов долларов за единицу. Ранее сообщалось, что США более чем вдвое увеличит количество морских пехотинцев, дислоцированных в Норвегии. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.